Всем доброе утро. Ну вот настало утро. Вечером я только поймал, короче, мелкую красноперочку и все. А сейчас я видел два кружка. Сработок нет. Сейчас поплыву еще проверять те три. У меня их всего лишь стояло 5 в ночь. И поплывем, если ничего не поймаем. Да и в принципе просто поплывем ловить на спиннинг. На мелкие воблера, вертушку у меня есть. Ну и попробуем на джих. Хоть тут и глубина довольно-таки большая, и прям дно так закоряжено, но я думаю, что-нибудь, может быть, и на джих клюнет. Так, все, сейчас собираюсь, укомплектовываю лодку, укладываю все вещи и плыву. Так, вышел на воду, сейчас плыву собирать, короче, кружки. Поставил офсетник, поджигу немножко, посмотрю, что вообще тут есть или нету на дне. Не вижу сработок пока. Есть одна сработка, одна точно. А вон, может, кажется, вторая. Может быть, щучка и клинок. Ветра вроде не было в ночь. Железки размотаны или нет? Ну, скоро не размотано. И вторая вот тоже сработка. Траву затащила. И на вторую сработку. На этом полная размотка. Почти. Жест покусанный. О, окунёк хороший. О, на вертушечку. Мапс первый. Номер. Вот такой вот окунёк. Рыбу буду брать. Thank you.
Моя первая, так скажем, рыба на... Да, бля. На вертушку. Куньяк. На вертушку опять. Поставил чуть другую вертушку. Сразу вот на окунь. Вот такую вертушечку поставил. Вот. Сразу куньяк еще не попался. Есть. Еще один. Небольшой, но на таранку пойдет. Он с глубины, может, с глубины лучше. Ладно, поплывем чуть дальше. Окунек, походу, небольшой. Ага. Рычаг, да, окунек. Вообще небольшой. Вот такой вот окунек. Окунёк опять мелкий. Ах, блин, окунёк сошёл.
Опять небольшие. Я не думаю, что тут мелочь одна. Потому что крупняк есть. Оп, снайперка неплохо. Ну потом будет на мормышку попробовать покидать. Полса. Довольно-таки неплохое. Ох, какой у него хороший. О, хороший. Итак, вот я по вертушке тоже разловился. Уже вот очередной окунек. Есть. Короче, есть куча поклевок, но почему-то не засекается. Поставил поменьше тройник. Тот тройник, может, туповатый уже. Они у меня немножко подзаржавели, эти вертушки. Я их купил, наверное, 3 года назад. И больше особо на них и не рыбачил. Гнался окунёк. Ну цеп, его поклёвка. А вот теперь поклёвка. Ах, небольшой окунёк. Где-то, короче, коряга, походу, лежит. Они, короче, за ней, походу, стоят. Ставил колебалки, ни хрена. Поставил вертушку, сразу окунёк. Сегодня, короче, день вертушки у меня. Не знаю, большая, маленькая. Ну такое среднее. Пойдет. Поставил новый тройник, сразу он за 3 крючка. Такой. Есть. О. Небольшой. Ну, поэтому таранку. Гадюка. Угу, есть. Вот это. Блин, сошел. Вообще хороший был. Нет, опять мелочь. Такая мелочевка. Тоже небольшая.
Вот только два маленьких стояло и все. Краснопёк даже за вертушкой гоняется. Он что-то покрупнее даже ходит, плотва что ли крупная. Не знаю, ни одного щурка не встретил. Вообще даже хотя бы в тучок или там что-нибудь вышло, не знаю. Один окунь попался, другой уже летит за ним. Блин, конечно, ветер, а я с собой груз не взял. Это прискорбно. Отстань от меня, вот. Давай, поклевка. Ха, нашел. Есть. Небольшая. Ну, есть. Их ты поймал, да я. Итак, я вылез из лодки. Вот такое красивое место. Тут подъем. Вот оно, это дикое озеро. Блин, оводы тут, конечно, жесть. Вон красноперочки ходят неплохие. Ну, что-то я сегодня пробовал их ловить, что-то мне не получилось. В общем, клевал мелкий окунь. Тут немного я подловил, сейчас, наверное, их отпущу. Вот. Ну, в принципе, рыбалка довольна, место довольно-таки перспективное. Поймать... Я думаю, тут по осени можно неплохо. Сейчас я не знаю, то ли жара, то ли еще что. То ли фиг узнает. Ну, исследовал, говорится, новое место. Есть линь тут еще в конце, где кончается это озеро. Там линь есть. Ну все, сейчас отпущу рыбу и поеду домой.